нас сегодня мероприятие, которое посвящено открытию прекрасной выставки, выставки Екатерины Волошиной. Автор здесь, и мы попозже передадим Екатерине слово для рассказа о работах. А пока, чтобы настроение было действительно отличным и веселым, мы начнем наше открытие с яркого танца. Танец «Бэби» — хореографическая ансамбль «Мультяшки». Ой, бэби, 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 белые, белые папиллота, крылы чего? Крылья через горы, за горы, по морю, туманы, горы, горы и ворота. Бай, восточная природа оказала огромное влияние на ее творческие предпочтения. Поэтому мы видим в работах столько вдохновения от природы. И сейчас, в продолжении нашего открытия, мы представляем твоей семьи Винокурова, как экспериментировать, пробовать что-то новое, изучать что-то новое. То есть
расширять горизонты своего внутреннего творческого мира. Спасибо. Спасибо большое. Ну, давайте считать выставку открытой. Пожалуйста. Yeah.